Наше радио. Честное слово. Честная музыка. Наше радио. Мне как-то даже страшно подумать, что нашему радио уже 15 лет, и все эти 15 лет, что характерно, я его слушаю. То есть, представляете, я была уже вполне себе взрослая 15 лет назад. Это ж столько не живут. И слушала я наше радио в самом его начале. У нас была какая-то мерзотного совершенно вида советского производства магнитола с красной кнопкой и синей кнопкой. И там у нас было радио. Я хочу сказать в первую очередь, дорогие мои, дорогие, любимые друзья, которые сначала были для меня недосягаемыми, очень приятными голосами в радиоэфире, потом обрели лица, а потом обрели, знаете, там кучу профилей ВКонтакте, в Инстаграме, Твиттере и так далее, телефоны, и обрели, наконец, очень дружеское воплощение. Дорогие мои, я вас очень-очень поздравляю с днем рождения нашей любимой радиостанции. И даже те люди, которые сейчас уже, к сожалению, не работают на станции, но с которыми мы продолжаем поддерживать чудесные отношения, потому что это все-таки вся та же самая тусовка, это одна и та же песочница. То есть она может называться как угодно, это все равно одна и та же песочница. Вас я тоже поздравляю, вы сами знаете про себя, про кого я говорю. Так что наше радио ура! Я хочу, чтобы вы дальше развивались, я хочу, чтобы мы с вами развивались дальше, я хочу, чтобы мы были вместе. Я хочу, чтобы нас с вами вместе было интересно слушать, и чтобы поток слушателей не убывал, а только прибавлялся, а также ведите себя хорошо. Наше радио. Одно и навсегда.